Добрый день, меня зовут Елена, мне 34 года, семейная, есть взрослые дети. Являюсь гражданкой России, но проживаю в Азербайджане уже 9 лет. Живу в городе Хардалан, ищу работу помощницы по дому. Долгое время была домохозяйкой и поэтому очень справляюсь с обязанностями по дому. Хорошо знаю химические средства для очистки любых поверхностей, умею гладить любую одежду, умею пользоваться домашней техникой. Я чистоплотная, аккуратная и очень подвижная. Не имею никаких проблем со здоровьем, и поэтому со всей работой справляюсь быстро и без затруднений. Буду рада работать с вами.